Ну что, Мигусь, покажем людям, как мы отремонтировали кухню. Ну давай. Итак, друзья, как вы видите, я уже повесил кухонные дверцы. Смотрятся они неплохо. И получился, в принципе, очень-очень, как для меня, хороший вид этого всего. Ну, давайте покажу. Вот, Мик смотрит на эту дверку. Ну, давай с нее и начнем. Как вы видите, я уже все тут установил, полочки установил, все хорошо. Новые механические петли, самозакрывающиеся. Смотрятся они, естественно, новые неплохо. Все вроде бы ничего. Но здесь в этой вот полке проблема дверки закрывается плохо. Я немножко скосячил, буду исправлять. Дальше. Дальше идем на эту полку. Тут все хорошо. Тут смотрится все отлично. Ну, с косяками, естественно, механизмы новые, все хорошо. Здесь тоже достаточно все приемлемо. Косяк, видите, вот на этой полке немножко ошибся стороной, надрез сделал. Ну, вовремя остановился. Залью я это все силиконом, и все будет нормально. Исправлять не буду, для меня это не критично. Все. Здесь вы, как видите, все хорошо, все аккуратненько. Стыки мрамора с керамикой я заделал сначала темным силиконом, а потом это все сделал прозрачным силиконом. Все смотрится хорошо. Здесь у меня все полки и эти дверцы все установлены тоже хорошо. Мик за нами наблюдает, да, как я вот все снимаю. Вот я же его пригласил на съемку. Не хотел, кстати, идти. Сначала начал шипеть. Здесь то же самое, все установлено. Все, как по мне, очень хорошо. Да, это его, кстати, стало любимое место. Вот там вот внизу, на самом низу, когда дверец не было, он туда приходил и там даже спал. Почему, не знаю, он это выбрал. Так, дальше. Мои задачи. Мои задачи входят на этой кухне. Значит, я крашу табуретки одним таким же цветом. Покрасить табуретки. Поменять стекла. Вот на этом окне тоже. Установить занавески. Установить стол. И отреставрировать немножко стыки керамики. Вот видите, здесь они уже за года тут все не очень хорошо, но надо все сделать как бы более-менее достойно. И о, Мик ушел. Тут холодильник, естественно, холодильник надо выставить хорошо, чтобы у него был свой уровень. И поставить решеточку. Вот мухи налетели, двери открыты. Надо будет закрывать. И начнем мы комплектовать кухню. То есть комплектовка кухни — это будет отдельная история. И я вам покажу, чем я буду комплектовать. Вот это мне уже приехала португальская керосиновая лампа винтажная, и я ее тоже буду вам освещать, то есть покажем, как мы ее заправим. И вообще будет очень интересно, потому что комплектовать я буду новыми винтажными вещами мою кухню. Это очень даже, я не ожидал, что так интересно получится. Ну все, друзья, на этом, пожалуй, буду заканчивать свое короткое видео. Спасибо, что смотрите, спасибо, что комментируете. Немного, но комментируйте. Ну, ставьте лайки.
И, наверное, подписывайтесь, если кому нравится. Настаивать не буду, это дело такое. Всем всего хорошего.